62 номер. Это был Центр национальных культур, в котором мы находимся уже 25 лет. Мы являемся одним из основателей, наша общественная организация Центра национальных культур. И 25 лет мы в этом Доме дружбы, который находится на Красноярской 53, в городе Краснодаре, все о нем знают. И мы сегодня, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Сергея Александровича Мозгового за то, что долгие годы он с нами, долгие годы они нам помогают, долгие годы они вместе, мы делаем большие праздники, мы участвуем в мероприятиях города, в днях города, в фестивалях краевых, городских, в фестивалях, в театре премьера. Мы очень востребованный коллектив, но, к сожалению, наши детки сейчас только маленькие растут, взрослые у нас уже немножко... Ну, женятся, влюбляются, и некогда. Ну, а мы растим молодое поколение вот с Видочкой. Но они наше будущее, мы видели, как они красиво сегодня танцевали, правда же? У нас Центр национальной культуры сегодня еще одним коллективом представлен, корейским. Но я хотела бы еще сегодня поблагодарить вот руководство района. Спасибо огромное, что вы сегодня с нами. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с вами. Мы... Очень маленькая нация, но мы очень громкая были в свое время. И, пожалуйста, просьба не забывать об этом, потому что ту культуру, которую мы дали, ту цивилизацию, которую мы дали мировому человечеству, то наследие, которое оставили мы, оно внесло большой вклад вообще в общечеловеческую культуру, в общечеловеческую цивилизацию. И очень хотелось бы, чтобы на нас не смотрели, там какая-то малая народность. Мне было очень обидно, когда в Кубанском университете, работая, писали все национальности, и в числе прочих была я. Я всегда была возмущена. Графа была прочая, а прочая была одна единственная сирийка, работающая, не студентка. Студентов было много. Поэтому не надо называть нас как на прочих. Мы нация, которая сумели сохранить себя на протяжении 7000 лет. Знаете, это немаловажно. Я думаю, что нет таких наций, которые сохранили себя на протяжении 6766 лет. Аплодисменты! Мы очень благодарны Виталию Алексеевичу Капустайлову. Я не могу об этом не сказать. Чего греха таить? Предыдущий глава администрации сельского поселения Новороссийского, ну, не буду говорить дальше, вы поняли, междометия поставлю много точек. Виталий Алексеевич, спасибо вам огромное за... Может быть, вы много не можете нам помочь в силу своих там возможностей, но то, что вы сами душой... Вы знаете, душа – это самое главное в жизни человека, я считаю. Когда вы душу, мы понимаем, что вы сможете, вы делаете. Вы не можете, вы не делаете. Мы вас не просим, невозможно. Мы просим чуть-чуть. Я уже говорила про клуб. Вы знаете, хочется, чтобы эти фестивали, они набирают силу. Вы слышали сегодня размах, да? Вот новые представители власти. Вы слышали, что с 91-го года мы делаем, стараемся. Это все за счет нас. Нам никто никогда не помогает ни в чем. Но очень бы хотелось, чтобы вы услышали сегодня нас и поняли, что этот клуб, ну, не для такой большой нации, с большим именем, вернее, как мы есть, очень бы хотелось, чтобы на нас обратили внимание и все-таки сделали нам клуб. Мы, ну, не совсем в состоянии поселить эту махину. Очень бы хотелось, чтобы вы чуть-чуть поняли, что мы маленькие, нас мало, но и Умбрия – это наша маленькая родина, это наш... Маленький микромир. И все, кто приезжает сюда на протяжении вот 25 лет, вот Азамбль Шамирам приезжает уже 23 года, да, Михаил? 23 года. В 94 году они выступили на 70-летие Ульбе. Это было настолько зрелищно. Но тогда был фестиваль «Венок дружбы народов». Его делала краевая администрация на протяжении недели. И работала целая команда, целые отделы. Сейчас мы делаем это... Ты да я, да мы с тобой. Но тем не менее мы это продолжаем и делаем. И очень бы хотелось, чтобы каждый осилиец, приезжающий сюда, чувствовал, что он на своей малой родине. А малая родина на сегодняшний момент у нас вот это маленькое село Урбе. Спасибо огромное, Виталий Алексеевич, вам. И мы очень надеемся, что руководство района тоже на нас будет смотреть. О, хорошо. Спасибо большое. Ансамбль «Ошхабад», Центр национальной культуры Кубани. И очень хочется сказать спасибо огромное организатору сегодняшней поездки и руководителю Центра одесской культуры Софье Зарукановне Шамовой. Аплодисменты!
Вы знаете, сегодня было так много громких объявлений от меня, поэтому давайте это просто будет тихое объявление. А сейчас выступление влюбленного ансамбля «Шамина». Я вам всю помню,
Всегда радостно приезжать в Гурьев. Ну, я займу всего лишь 5 минут времени у вас. С Божьей помощью, при вашей поддержке, вышла книга, которую составил я. Работал над этой книгой я несколько лет. Это «Мартиролог ассирийца в Армении». Значит, это книга об ассирийцах, которые были репрессированы в 30-е по 50-е годы. Это элита ассирийцев, это соассирийцев, это интеллигенция ассирийцев, это патриоты, которые жили в Армении. И это время было такое, идея такая была, идеология такая была. Не говорить, что было плохо в Армении. В Армении сами армяне пострадали больше, чем мы. Как и в России, самые русские пострадали больше, чем кто-нибудь другой. Потому время было такое. Но нельзя было не вспомнить этих людей, так как они все занимали должности, все это цвет ассирийской нации. Сегодня в зале насчитается десятка два их потомков, которые продолжают спустя многие годы продолжают их дело. И просто так получилось, что Михаил Юханович Садо, наш рабби Михаил, начинал это дело, и он не успел. И мы, его ученики, продолжали его дело. В Ленинграде вышел мартиролог ассирийцев Ленинграда. В памяти Михаила Юханча Садо вышла эта книга. Где-то 50-60 лет в Армении, как и в нашей стране, в России, ничего не проводилось. И где-то в 70-е годы Леонид Едигаров в Армении, братья Арсаниси приехали, как и здесь, 74-й год, первый фестиваль начался по всей России, только потепление началось, и их потомки начали продолжать их дело. Вот Алла Георгиевна, одна из внучек Бабилоева, которая в этой книге. Здесь многие сидящие здесь. Если начну перечислять, человек 20 их потомков. Значит, добрую половину затрат этой книги это понесли внуки безвинных жертв. Значит, книга эта будет распространяться по ассирийским церквям России и Армении, также церковным общинам, также в храме в Урме, чисто символически, по 300 рублей. Все деньги пойдут на пожертвования в этих храмах, где она распространяется, на память, за упокой души этих безвинных жертв. Я хочу, чтобы... Уважаемые гости, прошу, этого не потише, потише, пожалуйста. И сегодня, благодаря политике и руководству нашей страны, нашего края, района, по местам, сегодня... уже есть у нас возможность изучать наш язык, возрождать нашу культуру, проводить праздники, благодаря тому, что нам всем это был урок. Чтобы этого не повторялось, надо это знать, надо это помнить, и мы должны о них знать. Еще раз вас всех с праздником, а им Царство Небесное. Спасибо большое, Рубен, за такой серьезный достаточно труд и память о тех людях. Спасибо большое. Продолжаем программу.